Качество света у нас будет маленькое. Всем привет. Хотели выйти на связь пораньше, что-то у нас не получилось. Видели название трансляции, что делать, когда заболел. До этого трансляция у нас была, что делать, чтобы не заболеть. Казахстан, привет. Тамифлю в городе разобрали. Это единственный противовирусный, который борется с этим вирусом. Да, уже не болей. У меня уже 39,7, так что я потихонечку... обтерся водкой и лежу голенький. А так, 2-3 раза в день терафлю. Что у нас еще? Ибупрофен? Ибупрофен пьем. Амиксин, но они, в общем, одинаковые. Тамифлю разобрали и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Запарили шиповник и имбирь. Можно, скорее всего, вирус. Да, похудел я уже сразу на 6 кг за 2 дня. Температура ниже 39 не падает. Ингаверин норм, лекарство. Да, но его тоже нету в городе. А, молоко и мед в микроволновку. Пробуем, пробуем потихоньку. А также чай, малинка и тому подобное. К врачу обычно не хожу, потому что у меня врачей достаточно много, ничего нового они мне не скажут. А в советскую больничку я точно не ездок. Привет из Украины, КГЦЛ. Стоит лететь с температурой 37, но здесь спалка о двух концах. Если вы в зал идете с температурой 37-38, процентов на 70, что потом будет осложнение, вы подзаболеете, а процентов 30, что вы реально сама быстро вылечитесь здесь. Вот. Ну да, у меня 5 дней нету, мне надо завтра уже как-то на работу. Возьми, как Гацел говорят. Ну, посмотрим. Сегодня, если вечером не будет, значит, будем брать где-то что-то. Если не пойдет, надо пить антибиотики. Да, но, в общем, говорят, что антибиотики в этом плане могут вызвать осложнения. Пока терплю. Всего у меня идет температура такая 40 часов. Где любимая? Рядышком. Она со мной рядышком, а я завтра очень хочу сильно пойти на работу. Никакой работы. Жена не хочет меня пускать на работу. Что делать, когда заболел? Тамифлю, если вы сможете найти. Если нет, то амиксин, ибупрофен. Что еще? Что-то интерфероновое. Янтарку, да, кстати, янтарочку я пью. Пью по 12-15 штук в день. Витамин С пью по 3 грамма, по полграмма за раз с большой дозировкой воды. Янтарку по 12 пью где-то, то есть 4-4-4. Пока хрипов не было, у меня двухстороннее пневмония было в позапрошлом году. Ингаверин, да, тоже его советуют, но чего-то нигде не попробовал. Но грипин пробовал? Нет, не пробовал. Интерака при гастрите можно, но сначала нужно загрузить чем-то желудок, а то я с утречка тоже тут съел таблеток 6-7, и было как-то не очень. Да, смертельных случаев много. Так бывает. Да-да-да, ходил без шапки, было такое. Имбирь, лед, лимон, мед можно. Можно, конечно. Сколько воды надо пить на тренировке? По самочувствию, на самом деле, ну, около пол-литра. А если тренировка длинная, с кардио, то я знаю людей, которые пьют и 2,5. Да. Все же у нас умные после того, как уже заболели. Я тоже понимаю, что в пятницу утром мы еще снимали лайв-журнал для девочек, пятую часть. Вечером я уже бежал с тренировки, решил сэкономить на пробке. И 25 минут был без шапки, такой вспотевший. А потом оказалось, что я забыл про клиенку и пришлось вернуться. Вот это меня, наверное, и добило. Стоит ли не принимать турнирового с креатином, воды не залит? Ребят, по поводу химии я не консультирую. Креатин сам по себе заливает. А смешивать их без разницы уже. На работу не ходи, я к тебе не приду. Я буду в марлевой повязке. Иммуномодуляторы очень опасны. А не пить их тоже опасно. Что делать? Эхиноцепим не помогло. Попробуем. Я потом пересмотрю перископ, посмотрим, что вы советуете. Чеснок. Чеснок, да, это реально хорошо помогает. Но мой желудок еще хуже, чем гитарка, работает. Чтобы увеличить талию, живот, стоит ли ходить всю тренировку с поясом? Не только тренировку. На самом деле, корсет действует, если вы ходите как минимум часов 12-14 в день. Либо оставляете его на ночь, либо на днем целый день ходите. Выздоравливай, Аню. Всех клиентов заражу? Не, не заражу. Марлевая повязка достаточно хорошо закрывает. А, что тут у нас? Вот, ребята, хотел просто всем сказать, что бы вы не беспокоились, мы вышли. Должны завести Тамифлю. Попробуем, будем звонить. Ладно, спасибо. Все, ребята, всем до встречи.
обязательно выйдем в эфир. Завтра выйдем. Я думаю, все будет хорошо. Временные неурядицы, неудобства. Все, пока-пока. Спасибо всем. А-а-а.